Но все-таки начало к ним настроение, ощущение мысли, положение. А затем это движение и эти мысли, они перешли в Великобритании, и во Франции тоже, в Бандаре Гюмотов, с католиками, это было супер-католиком, так называемые войны религиозные, они не 700 тысяч людей, целая Франция тоже. Вот из Франции сюда вижу огромное деньги на Жан Кальвин. И здесь развился то, что он увидел во Франции совсем, я бы сказал, такой обостренной форме. И убедил не только народ, но и убедил магистраты и силы мира всего, что надо переходить к новому пониманию Господа и время святости. То есть самое главное, это надо просто веровать. И не должно быть никаких посредников между человеком и Господом Богом. И что основной источник веры – это Евангелие, Библия, которую нужно читать всегда до вечера. И каждому надо вникать в суть того, что там написано. Надо отменить все эти бесконечные обряды и таинства, мало кому понятно. Но все-таки протестанты оставили такое большое таинство, как крещение, и такое большое таинство, как причастие, крещение. А все остальное они не признают, так же, как не признают иконы, там же священное предание, то, что сопутствует церкви и католической, и православной. Напрочь отсутствует и очень простой образ жизни, который направлен на то, чтобы упростить жизнь и не отказываясь от Бога, действовать по Богу, не благодаря каким-то заранее накопленным делам, но вы знаете, что какой-то так называемый избыток добрых дел, а он заключается в индульгенциях, в продаже индульгенциях. Именно против этого в первую очередь выступили протестанты.